Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Церковников. Мы обсудим в лекции постановление Пленума Верховного Суда, посвященное досудебному урегулированию споров, в той части, которая касается механизма, процедуры досудебного урегулирования, претензионного порядка, формы претензии, приложения к претензиям. Обсудим, куда и кому претензия направляется, кто ее подписывает и каковы последствия несоблюдения досудебного порядка урегулирования споров. Смотрите это видео на видеоконсультанта.